Такой достаточно большой блок вопросов, связанных именно, может, как-то косвенно затрагивающих институт геологии. И вот эту коммерциализацию, многие спрашивают, вот сейчас там при университете какая-то даже малая нефтяная компания создается, какие-то планы есть, вот, что это, зачем им это, они же... Зачем ученым добывать нефть, продавать ее еще там, что-то там с ней делать? Это же не их профиль. Вот, расскажите, пожалуйста, вот про эти планы. Потому что народ в общей части... Нет, это все правильно. Все, вопрос очень как-то правильный. Встревожен даже, я бы так сказал. Ну, здесь нет никакой тревоги, конечно. Это все естественное. И естественный ход, так сказать, исследований. Это все правильно. Потому что вот я приведу такой просто пример. Вот в области катализаторов. Да? Вот мы создали катализатор пробирки. Потом мы его сделали в каком-то реакторе, да? Потом мы его должны сделать в большом каком-то реакторе, а потом уже мы должны его внедрить вот на химзаводе. На махину какую-то, да? То есть существуют некие степени, уровни вот, испытаний, да? Масштабирование, говорят. Вот маленький масштаб, там больше, больше, там, вот. Здесь тоже в нефти. Вот мы создали некий реагент там, или метод какой-то исследования или изменения нефти, да, пробирки. Потом мы его создали в каком-то, значит, реакторе маленьком, да, потом мы сделали побольше реактор. Теперь нам нужно где-то это дело использовать, да, мы идем к компании и говорим, давайте вот, они говорят, слушай, это опасно, ведь вы сейчас нальете, нам все закупорите, и мы тут, это самое, пропадет у нас все это дело, как это, вот у нас вот месторождение, у нас есть план есть, да, мы не можем это вот использовать. Вот. То есть возникает стадия, на которой нужен природный опытный полигон, настоящий полигон нужен. Да? Вот буквально 2 года назад, значит, были подписаны соглашения между Россией и Татарстаном. Значит, в Сибири был создан полигон, в Татарстане были созданы 2 полигона. Да? Татнефть подписала такое соглашение, Республика Татарстан, значит, Минприроды Российской Федерации. Вот такие полигоны. Почему нужны такие полигоны? Потому что если вы будете испытывать какие-то новации на месторождение, вы можете действительно загубить что-то, да, испортить что-то, и в итоге у вас тут коммерческие, значит, проблемы возникнут, налоги вы должны будете, там, ну, в общем, убытки. Вот такая штука есть. Да? Поэтому, конечно, государство, понимая это, создает такие полигоны. Говорит, хорошо, ну, испортили, там, попробовали. Я же не говорю, что они испортили. Ну, конечно, надо сначала все это попробовать, сделать, чтобы это не испортить. Да? Но, тем не менее, риски есть, поэтому такие полигоны нужны. Вот речь идет именно о таком полигоне для университета. То есть не то, что мы сейчас поставим, значит, свою качалку, будем качать и будем торговать нефтью. Нет, конечно. Конечно, в данном случае у университета нет такой коммерческой выгоды. Конечно, университету деньги нужны. Мы не отказываемся от денег никогда, да? Вот. Но полигон, и вот люди начали говорить, что нефтяная компания нужна университету, это вот мы имеем в виду именно это. Сегодня вот от нефти такие полигоны есть, и, в принципе, мы с ними активно сотрудничаем в этом плане, да, и, конечно, будем использовать эти полигоны. Но если бы, скажем, у нас был свой полигон, я бы тоже не отказался. То есть это полигон. Не коммерция? Это не коммерция, конечно. Это конечно, не коммерция, да. Потому что, ну, ведь ситуация может быть такая, что мы же играемся, понимаете, иногда все может взорваться даже, может, да, как-то вот мы там в химии наливаем что-то такое, да, взорвалось, испортили там прибор, там, сожгли там, да, что-то там. Все бывает в науке, что называется, да, может быть, не всегда все учтешь, вот, наверное, такие вещи бывают. Поэтому вот в будущем, возможно, мы вот эту проблему ее не убираем, она существует на самом деле. Хотя мы вот активно работаем с Татнефтью, с другими компаниями, в использовании вот их полигонов. Вот сейчас у нас есть очень большие планы вот по сверхвязкой нефти. То есть мы создаем некие катализаторы, которые вот хотим использовать для добычи нефти уже.